Всем огромный привет! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях на канале. Приготовим с вами шоколадное масло. Конечно, можно купить в магазине, но я решила приготовить самой, так как то, что мне попадалось на глаза, было 62,5%. Но я сливочное масло для того, чтобы кушать меньше 82,5%, не покупаю, поэтому решила приготовить сама. И здесь опять-таки все элементарно просто. Я решила добавить в размягченное сливочное масло просто сахарную пудру и какао. Сахар я бы добавлять не рекомендовала, так как крупинки не успеют раствориться и потом будут хрустеть. Для начала я добавляю 1,5 столовые ложки сахарной пудры и 3 столовые ложки какао. После того, как все смешаю, попробую, если будет недостаточно, то добавлю. Но забегаю вперед, могу сказать, что мне этого количества хватило, ну а вы, конечно, ориентируйтесь на свой вкус. Если любите послаще, то, соответственно, добавляйте больше. Можно, конечно, воспользоваться шоколадом, растопить его, немного остудить и затем уже ввести в размягченное сливочное масло. Но мне кажется, шоколаду можно найти настолько много других применений, приготовить какие-нибудь другие более интересные рецепты, поэтому сюда решила добавлять какао и сахарную пудру. И для того, чтобы не размазывать потом масло по стенкам, я решила смешивать сразу все в той емкости, где потом буду хранить. И так как она у меня достаточно маленькая, не получалось сразу туда погрузить венчик, иначе бы у меня просто все это по столу разлетелось. Поэтому для начала я смешиваю все вилкой, и когда сухие ингредиенты у меня смешаются, буду взбивать венчиком. Ну а если у вас будет емкость побольше, то можно это делать сразу. Также сюда можете добавлять различные добавки. Можно добавить ванилин, можно затем после смешивания добавить орехи, например, грецкие либо лесные. Это будет очень вкусно. И каждый раз можно экспериментировать со вкусом. Но я сегодня буду делать просто без каких-либо добавок. Закрываю крышкой и отправляю на хранение. Попробуйте буквально 5 минут, и я надеюсь, ваши близкие оценят. Вкус с магазинным и рядом не стоял. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока и до новых встреч!